они... Ну что же, получается? Ребенок, можно бутылочку? Конечно. Конечно. Вот есть Красного Креста пункт Ипольева. Вот там на Красный Крест. А здесь сегодня все бесплатно для вашей безопасности. Вот такую жару нужно об этом помнить. Дай Бог вот здоровья. Слушай. Вот хочется напомнить водителям, как это себя жаркую погоду, специального памятника. Вручаем вам памятку, здесь основные правила безопасности указаны. Не пренебрегайте им и за рулем касательно помните, что приводит жара такая к повышенной утомляемости, используется кондиционер. Не выбирайте дальнюю дорогу в такую жару. Вот. Ну и в качестве, скажем так, небольшого сувенира и для вашего здоровья полезного. Вот, пить надо воды в такую жару побольше, максимально побольше, больше, да, 2-3 литра в сутки. Это вам от нас подарок небольшой. Спасибо. Вот, спасибо. Счастливого пути. Спасибо большое. Добрый день. Госавтоинспекция Заводского района. МЧС города Минска. Проводим акцию, направленную на профилактику происшествий во время жары. Хотим вам еще раз напомнить, как водителю, и как гражданину, об основных правилах безопасности, что нельзя ими пренебрегать в такую погоду. Они кратко и в понятной форме изложены вот здесь. И надо в такую жару пить побольше жидкости, поэтому мы вам в этом еще раз напоминаем. Мы вносим сюда небольшую лепту. Спасибо. Это вам чистая питьевая вода. Пейте, неожиданно. Будьте здоровы и берегите себя. Соблюдайте правила безопасности. Спасибо. Счастливой дороги.